В США пропал военный самолет. На борту Boeing T-45 Gas Hawk были два человека, инструктор и курсант. Военный учебно-тренировочный самолет, предположительно Boeing T-45 Gas Hawk, потерпел крушение в американском штате Теннесси. Об этом сообщается на сайте военно-морских сил США. По данным военных, на борту самолета были два человека, инструктор и курсант. На данный момент об их судьбе ничего не известно. Известно, что один самолет Т-45 проводил тренировочный полет в этом районе, они военные до сих пор не вернулись на аэродром, говорится в сообщении. Военные проверяют, разбился ли в указанном местности этот Boeing T-45 Gas Hawk. Как сообщал корреспондент Net, на прошлой неделе в 20-30 километров от города Хмельницкий упал военный самолет Ил-39, погибли оба пилота. Причины авиационной катастрофы выясняются. В Конго погибли трое украинцев, в СУ. По материалам сайта news.com.